Ура, я прорвался. Моя попытка номер два. Да, я в степях, на полях. Вот, приехал за грибочками, за полевыми шампиньонами. Причем вот не только вот свернул с этот, с дороги на околочек на этот, да, мной давно облюбованный. И вот уже, вот он, первый полевой шампиньончик. Ну-ка, иди-ка сюда. А, нет, это не то. Вот. Ну-ка, ребятушки. Так, давай-ка посмотрим на тебя. Ух ты, вот он, шампиньончик-то, а? Какой красавчик. Ой, полевой, суперский, а? Грибочек-то какой, а? Полевые шампиньоны. Так, а тут у нас? Нет, этот. не успел я. А вот, он тоже полянка с грибочками. Ну-ка, давай посмотрим-ка. А, опа. Ой, ты вымахал, какой красавец, а? И не червивый. Размер, конечно, поражает. Ой, и запах. Ну и так вот, все равно, сколько, дня, наверное, 4, нет, 3, 3 дня без осадков, поэтому я проехал. Вот, но все равно почва влажная, проваливаюсь. Запах поля, это, конечно, тоже супер. Так, у меня собака, по-моему, там в стойке стоит. Нет. Да, пирожочек со мной. Ой, ну не могу надышаться. О, вкуснятина какая. Так, ну-ка. Вот здесь кого-то тоже посмотрим. Ой, молодой, красивый. Вот это да. Вот это супер. Ну, не знаю. Пока. Так, ну еще разочек. Ну-ка давай, вот иди-ка сюда, молоденький. Вот он. С травушкой. А, полевые шампиньончики. Так, ну прям неплохо. Хорошая такая грядочка. Срезов не вижу. Поэтому пойду, схожу за ведерком и приступаем к сбору. Жалко, конечно, что не получилось первый раз прорваться. Вот. Уже такие гнилые переростки, высохшие. Вот это все с червоточиной. И вон. Хорошая полянка. Да. Так. А вот тоже грибок. Ну-ка посмотрим тебя. Нет, тоже с червоточинкой. Ну ничего, в поле привязок нет, сбиваюсь с пути, наткнулся на поляночку, неплохая, ну-ка. Ага, красавчик какой, вот еще. Вот они, молодые, свежие, вкусные, вот они, грибочки. Здорово. Единственное, руки почему-то черные, руками, да, собираю. Так, ну-ка вот еще давайте-ка. Ага, отлично. Вымахал какой, красавец. Красавец здоровенный. А? Супер. А. Так, в кубышечку. Ну-ка, может быть, еще здесь что-нибудь есть. Вон, вижу, вон. Вот они. Все прям, не разгибаюсь, иду по грядочке. Одно удовольствие собирать грибочки. Красивые шампиньончики. Вот они. И размер хороший. Да, единственное, есть, конечно, вот, которые уже устарели. Вот молоденький. Крохотулька какая. Да, не стесняюсь, беру. Потому что у нас опять обещают дожди. Когда? Ну и сегодня тоже хмурится. Но сегодня вроде не обещали. А завтра, да. Завтра опять будут дожди. Поэтому косим. Так. Где-то я видел.
красавчик. Крохотулечка, ну-ка. Ну-ка, да. Это на. Только-только начинает. Так, нет, этот уже все. Вот еще. Шляпка какая хорошая. А? Вот он. Вкуснятина. Так, не знаю, куда идти, куда бежать. Вот. Как же я тебя попустил такого большого, красивого. От изобилия глаза разбегаются. Не знаю, в какую сторону идти. То сюда поманит, то туда. Так. Так, а где собака-то моя? Ну-ка, раз. И все молодые, хрустящие, вкусные. Так, надо собаку найти. А, он все. Я у него под присмотром. Около машины сидит, ждет. Так. Помощник так себе из него, конечно. Ладно, идем дальше. Смотрим. Вот два грибочка, нет, три грибочка. Он на такой чистенькой полянке. Ну-ка посмотрим-ка вас, давайте-ка. Раз. Опа. Ой, ну это вообще сказка. А, прям картинка. Надо же. Как они срослись-то. Да, я еще голодный. Не, ну супер. Супер. Так, ну-ка, еще вот этот вот давай посмотрим. Ага, тоже классный. Нет, этот. Ой, да нет, ну-ка. Нет, червоточный. Ах, жалко. Чутка опоздал. Так. Тоже вот. Ну, где тут еще беленькие шляпки есть? А, нет, не вижу. Метаюсь по этому полю, как тот сайгак. Надо какую-то систему придумать, а то это не дело. Так, ну-ка. Грибочки. Ну-ка, что это у нас тут? Так, нет, это не то. Это что-то подозрительное. Так. Это собака, наверное, наступил. Ура! Одна кубышка полна. За второй пришел. Я не знаю, ну сколько, минут, наверное, 25. Ну, полчаса это максимум. Все, ведро одно готово. Спина, правда, начала гудеть уже. Есть такие, типа, ложные. Поэтому лишний раз, раз. Так, сейчас дух переведем. Водички. И на вторую этот кубушку будем заходить. Кстати, вот я говорю, дождь не обещали, а он почему-то прокрапывает. Так, ладно. Работаем. Не хочет меня поле отпускать. Точнее, я не хочу с него уходить, но надо. Да, вторую кубышку я набрал. Тоже где-то, наверное, ну чуть больше, чем полчаса. Ну, неплохой результат. Где-то за час 20. Ну, бог с ним, за полтора часа два ведерка набрать. И то, поле не паханное. Это я в одни руки. А если рук побольше, да и активные. Это можно, конечно, обработать неплохо здесь. На зиму-то заготовку сделать. Но я доволен. Хороший выезд получился. Отличный. Сейчас осталось за картошечкой съездить. И все, и жареха. Но вообще красота будет, а не ужин. Так, ну не знаю. Будем по погоде смотреть. Я не все прошел. Можно и туда идти. Собирать и собирать. Вот, ну что-то и спина уже начинает гудеть. И прочие косточки. Поэтому да, будем смотреть по погоде, и если что, будем обратно сюда заглядывать.
Так что увидимся еще.